Что ты хочешь сказать вообще после этого? Виноват. Будешь что-то делать? Ну как ты думаешь, после такой ситуации, я украл конфеты за 30 гривен, жесть. Ну я думаю, ты будешь еще делать так. Вы все так говорите и делаете. Я каждый день себе говорю, каждое утро просыпаешь и думаешь, что все, этот день будет другой. И каждый раз это все, сука, лучше наркотик, который меня погубили, но... Так они хуй, блядь, наркотуризм. Пиздец. А вот следующий, блядь, ты же сам выбрал. Вот трезвый образ жизни, вы понимаете, я знаю, ребят. И не то, что, да, поначалу как бы не особо отдуплялся вообще, что происходит. Да. Так видишь, ты сам себя привел к этому. Рек, что тебя привязали, ребят. Да, я знаю. Еще штаны не сняли. Да, спасибо, Бог. Не надо, блядь, пожалуйста. Не, как положено.